Здравствуйте, вас вновь приветствует интернет-магазин Garden Stock. И сегодня мы делаем обзор на продукцию завода «Красный Октябрь», а именно мотоблоков и культиваторов «Нева». Область применения этих изделий очень широка, начиная с небольшого дачного участка и заканчивая промышленными сельскохозяйственными работами. В отличие от культиваторов, все мотоблоки «Нева» могут использоваться круглый год с различным навесным оборудованием. В этом обзоре мы расскажем, какие функции могут выполнять культиваторы и мотоблоки «Нева». Рассмотрим каждое изделие отдельно. Все культиваторы и мотоблоки «Нева» агрегатируются профессиональными моторами четырех фирм. Это американский Briggs & Stratton и японскими моторами Honda, Subaru и Yamaha. Завод «Красный Октябрь» принципиально не устанавливает моторы китайских производителей, так как делает ставку на долговечность, простоту использования, легкий запуск зимой и летом и ремонтопригодность. Поскольку мы являемся официальным дилером завода-изготовителя мотоблоков и культиваторов «Нева», в нашем магазине вы сможете ознакомиться с полным актуальным модельным рядом, а наши специалисты подберут вам мотоблок или культиватор с необходимым навесным оборудованием и расходными материалами. Также наша компания занимается гарантийным и постгарантийным обслуживанием продукции мотоблоков и культиваторов «Нева». При выборе изделия следует определиться, для каких целей вы приобретаете агрегат. Если ваша цель – обработка земли, вспашка, окучивание, уборка картофеля, нарезание грядок на небольших площадях, то вам подойдет культиватор. Но если вам необходима не только функция культиватора, но и перевозить грузы, убирать снег, косить траву, заготавливать сено, перекачивать воду, подметать дорожки, работать с ездовым адаптером и использовать другое активное оборудование, то ваш выбор – это мотоблок. В модельном ряду 2017 года у него есть три культиватора. Это МК-70, самый простой культиватор, не оборудованный задним ходом. МК-80, более мощный, уже с задней скоростью. И МК-200, самый производительный культиватор с тремя скоростями, две вперед и одна назад. И возможностью подключения оригинального активного оборудования. Мотоблоки же подразделяются на две группы. Это мотоблоки с классическим редуктором и редуктором мультиагро. Главное отличие редукторов – это особенность переключения передач. У мотоблоков с классическим редуктором трансмиссия две вперед и одна назад, а включение пониженной или повышенной передачи осуществляется путем перебрасывания ремня на шкива. У редуктора мультиагро все операции по переключению происходят на рукоятке мотоблока, что делает работу еще комфортнее. Семейство мотоблоков «Нева» в настоящее время состоит из пяти серий. Первая – МБ Компакт, самый маленький мотоблок, предназначен для средних площадей, в основном для работы с песчаными, субпесчаными и суглинистыми грунтами. Вторая серия – это мотоблок МБ-1, подойдет для среднетяжелых почв. Третья серия мотоблока МБ-2 – легенда полей и огородов, предназначен для работы на средних и больших площадях и справится с почвой любой сложности. Если же вам нужен мотоблок для интенсивных и тяжелых нагрузок, который отлично подойдет для работы на больших площадях по целине, то база МБ-23 ждет вас в нашем магазине. И последняя серия – это мотоблоки с дизельными моторами. Они эффективно служат для особо трудоемких и длительных работ, не только в хозяйстве, но и в промышленных целях. Давайте рассмотрим каждое изделие теперь детально. Перед нами культиватор МК-70 весом 66 кг, редуктор у него цепной, сцепление ременное. Далее идет МК-80, редуктор сцепления аналогичный МК-70, но у культиватора будет уже усиленная рукоятка, регулирующая по высоте под оператора. И реверс. Далее у нас с вами МК-200. У МК-200 уже сдвоенное транспортировочное колесо, что позволяет ему меньше заваливаться и удобнее транспортировать. Рулевая колонка у него регулируется не только вверх-вниз, но и лево-вправо. Обороты двигателя и сама коробка передач. Две скорости вперед и одна задняя. Если снять транспортировочное колесо, то мы получим адаптер для активного навесного оборудования. Вместо фрез докупить пневмоколеса и заменить штиф вот этот вот на двухлучайковый, то можно из этого культиватора сделать мотоблок. Дальше у нас с вами МБ Компакт. Это полноценный мотоблок с валом отбора мощности, который работает круглый год. Рулевая колонка у него также регулируется вверх-вниз, лево-право. Регулировка оборотов, трансмиссия и рычаг сцепления. Далее перед нами адаптер для активного навесного оборудования и шкив со свободным ручейком. Редуктор уже будет стоять шестеренчато-цепной.
сцепление также ременное. Далее переходим к следующей серии. Серия МБ-1. Мотоблок для среднетяжелых почв. Редуктор аналогично МБ-компакту, идет шестеренчатый цепной, сцепление ременное, регулировка оборотов, переключение трансмиссии выведено на нулевую колонку. Любая серия мотоблоков агрегатируется моторами либо американским, либо японским на выбор, Honda, Subaru, Yamaha. Двухручковый шкив, адаптер для активного навесного оборудования и обслуживаемый редуктор. В комплектации мотоблоков идут удлинители колесной базы. Следующий мотоблок не нуждается в представлении. Я думаю, либо у соседа, либо у знакомых есть такой мотоблок. На сегодняшний момент это самый покупаемый мотоблок в России – МБ-2. Зарекомендовала серия своей надежностью, удобством в работе. У мотоблока будет рычаг блокировки дифференциала. У мотоблока очень высокий центр тяжести, поэтому при работе с землей докупайте дополнительные фрезы. Увеличенный захват не даст мотоблоку заваливаться на бока и сделает работу еще комфортнее. На сегодняшний момент каждый производитель навесного оборудования делает навеску для МБ-2, поэтому в любом специализированном магазине вам смогут подобрать как активное, так и пассивное оборудование для вашего мотоблока Нива. Также мотоблоки Нива агрегатируются двигателями с электрозапуском и фарой. Очень удобно в работе в зимних условиях. Этот и предыдущий мотоблок относится к серии МБ-2. Отличие – классический, либо редуктор мультиагро. У предыдущего мотоблока был мультиагро-редуктор. Все операции по переключению коробки передач вынесены на рулевую колонку. У классического же редуктора, как я говорил ранее, КПП стоит на редукторе, а пониженные и повышенные скорости осуществляются перебросом ремня на другие шкивы. Но если у вас промышленные цели или огромное хозяйство, то серия МБ-23 перед вами. Его обычно задействуют в проведении длительных и интенсивных работ. МБ-23, как и МБ-2, оборудован функцией разобщения колес, что делает мотоблок самым маневренным в своем классе. У мотоблока большой диапазон передач редуктора с реверсом. Вы точно сможете на нем подобрать оптимальную скорость работы с любым навесным оборудованием. На серии МБ-23 стоят только профессиональные двигатели. Самый мощный редуктор в алюминиевом корпусе. Также установлен рычаг блокировки дифференциала. Все это обеспечивает многофункциональное применение круглый год. Вся продукция Нива проходит базовую предпродажную подготовку на заводе. Залито масло в двигатель и редуктор. И производится пробный запуск. В нашем магазине вы можете заказать полную предпродажную подготовку с доставкой прямо на дачу. К вам приедет полностью собранный и готовый к работе мотоблок. Так как все мотоблоки и культиваторы Нива поставляются с завода, заправленные маслами, то их транспортировка и хранение допускается только в вертикальном положении. В каждой упаковке продукции Нива вы найдете упаковочный лист, по которому вы сможете сверить комплект поставки, инструкцию на мотоблок и двигатель на русском языке. Обращаем ваше внимание, что в данный момент на рынке продается много китайских подделок под Ниву, качество которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Наша компания реализует только оригинальную продукцию с уникальными серийными номерами, прописанными в гарантийном талоне. Такой мотоблок гарантированно будет принят на обслуживание или ремонт в любой сервис официального дилера по всей России. В завершение обзора хочу сказать, что правильно подобранный мотоблок или культиватор станет вам незаменимым помощником. Сочетание комфорта, качества и цены мотоблоков и культиваторов Нивы на сегодняшний день является одним из самых привлекательных. И изделия этой фирмы завоевывают все больше доверия среди дачников и коммунальных служб. По любым вопросам приобретения продукции Нива вы можете обратиться в наш магазин по телефону или электронной почте, указанной на нашем сайте в разделе «Контакты». Желаем вам удачных покупок. До свидания.